такое. Так, говори, как зовут? Катя. Знаешь? Скажи на камеру туда еще. Привет, меня зовут Катя, я идиотка. Ну, теперь можно. Руки одновременно вот прямо сейчас вперед. Можно, да? Да. Твою мать. Билетки лезь, вот такая тема. Блять, если б мишки были пчелами. Меня сейчас все внутренности наизнанку вывернуло. Ой, можно меня не в кусты? Я как оттуда вылезу? Нет, мама не пугается, мама все хорошо. Это скорее папа испугался, маме-то что? Да не обманывай. Ой. Что же по кустам-то меня протаскивают? Спасибо, Денис, это был лучший комплимент в моей жизни, понимаешь?